Самые масштабные за последние годы работы по замене теплотрассы начались в Нижнем Новгороде. Магистральный теплопровод, обеспечивающий теплом и горячей водой Канавинский, Сормовский и Московский районы, отработал 40 лет и в этом году будет заменен. Выполняется эта работа с целью снижения уровня износа тепловых сетей и в том числе для того, чтобы обеспечить возможность подключения перспективных потребителей. Хочу сказать, что это всего лишь один из участков. Всего в этом году будет реконструирована и выполнена работа по ремонту на 250 участков тепловых сетей. В этом году, насколько мы понимаем, инвестиционная программа у них более объемна, существенно по деньгам более объемная, чем была в прошлом. Все эти работы, обращаю ваше внимание, происходят без отключение от горячей воды населения, что очень важно, особенно да, вот в этой ситуации. В текущем году для коммунальщиков стоит очень непростая задача закончить все ремонтные работы в условиях действующих ограничений по коронавирусу к 15 сентября текущего года. Задача непростая, но тем не менее ее надо выполнять, и уверен, что она будет выполнена. Дано поручение всем коммунальным организациям определить свои планы с целью успеть провести все необходимые работы в установленный срок.